Каменке прошел круглый стол. Тема – блокада Ленинграда. 27 января 44-го город освободили. О том, как это было, рассказали студентам политехнического техникума. Показали презентацию, фото и документы из архива. Студентам необходимо это знание вспомнить, потому что это история наших предков. И они увидели что-то интересное для себя, подчеркнули с нашего мероприятия. Круглый стол – часть учебной программы. Такие классные часы в техникуме проводят регулярно.